да. Школьный комплект был. Да, что не только куртка, но важно было то, что практически я не чувствовал никакого дискомфорта, используя еще вот весь комплект, который, да. То есть штаны-то штанами, они прошли, тем не менее, они прошли весь маршрут, и не каждые штаны выдержат и такое. Но термобелье, которое вообще все зарекомендовало себя с лучшей стороны, тем более надо еще учитывать такой момент немаловажный, что покупаться там возможности не очень. Конечно, мы брали с собой салфетки гигиенические, но тем не менее там ты идешь, потеешь, ты, это никуда не девается, это все белье не воняло, и главное, ну, было таким, не теряло своих тактильных свойств. Ну, у меня есть с чем сравнивать, слава богу, потому что там как бы вот неделя, так две. Белье было из Powerstretch, по-моему, да? Да. Powerstretch. Теплое. И теплое, и тоненькое, и тонкое какое было? Не шерстяное? Нет. Нет, да. Вот Powerdry, да? Вот, да, Powerdry. Powerdry и Powerstretch. Powerstretch. Потом пуховка была, легкая шамани, да, наша? Да, но, кстати, ну, я с некоторых пор я не беру теперь большие пуховки, там, пуховки, да. И все, но я комбинирую, для меня лучше несколько слоев, чем там один какой-то слой толстый. И поэтому, когда было совсем уже прижимало не в моготу холод, то я использовал всегда, даже в движении, я поддевал вот эту легенькую пуховку, а или наверх этой, или под нее. Большой разницы я, честно говоря, не заметил, но в плане, ну, наверное, чуть-чуть теплее, когда внутри, потому что это не продувается. Да. Но и сама пуховка себя зарекомендовала. Выдержала.